парни, подскажите, пожалуйста, кто какой ставит дублер себе на мотоцикл? Я уже, блин, вот начиная от тросиковой системы, это обычная ручка, велосипедный тросик. Вот. Вроде да, все работает, но, блин, настолько это все, ну, туго, блин, одним пальцем, даже двумя пальцами у вас, ну, как бы пустить мотоцикл очень хреново получается. Вот, обычная тросиковая система вот такая вот, то есть это второй тросик-дублер. Что значит задним дублером у меня случилось? Ну, как бы, вообще изначально как планировал гидролинию пустить, как бы, как у всех. И с Алиэкспресс ждал, блин, этот второй, получается, тормозной суппорт. Вот такой вот он пришел. Блин, он такой маленький. Он просто, вот смотрите, вот мой мизинец. Вот я ждал его целый, блин, почти полтора месяца. И, короче, все, плюнул уже. Ладно, хрен с ним, с этим суппортом. Взял, получаю от это Honda RR600 и взял еще один, уже немножечко его спилил, это какая-то Yamaha. То есть вот это вот 1000 стоит, вот это вот я нашел 1500, и вот эта вот маленькая хрень, вот это вот говно на Алиэкспресс, непонятно даже какой фирмы, здесь хотя бы Nissin. Вот, это вообще, блин, я не знаю, что это, 1200, блин, колодка, как вот, я не знаю, как ноготь мой, вот она, выбросить только его, не знаю, или на велосипед можно поставить, вот, вот, вот колодочка, вот смотрите, вот мой мизинец, вот, не знаю, вот, большой палец, просто смешная такая, все, и что дальше-то? Решил приварить вот эту хрень вот сюда вот. Получается, буду варить аргоном. Ну, других вариантов я не вижу. Если кто-то по-другому как-то делает, скажите, пожалуйста. Вот. А так, машинку купил Аделина. Тоже, говорят, хорошая. Не помню, что-то в районе 4000 на Алике. Вот. И гидролинию тоже вот двухметровую взял. Рублей 600, наверное. В общем, 4 машинка с этим, с проводом. Ну, пускай там 5000. И задний тормозной суппорт у меня вышел где-то приблизительно, ну, 3 уже их получается. Ну, вот это еще на пятерку. Вот, плюс, наверное, сварка. Короче, я планирую в десятку все-таки завершить этот проект. Потому что без дублера я как бы... Но все равно очкую, если честно. С задним тормозом что-то у меня не больно получается работать. Ну, когда на заднее встаешь. Прямо дублер у меня сейчас на первом месте. Да, еще кому есть интересно, вот машинку на эту короткую выжиму купил. На Алиэкспресс тоже, по-моему, 1200. Ну, под один палец. Она вообще такая прямо вот, очень мне нравится. И удачная такая покупка прямо. Угадал я в этот раз. Одним пальцем сжимается. Вот так вот. Короче, ребят, вот избылась моя мечта. Вот установил себе дублер. Парни на сервисе приварили. Смотрите, какой шовчик аккуратный. Блин, я прямо вообще тащусь от него. Как будто бы заводской. Вот, наконец-то сбылась моя мечта. Это, значит, если будут вопросы какие-то вот по дублеру, по заднему, пишите в личку там или в комментарии. Кронштейн от Yamaha R6, по-моему, вместе с ну, задний суппорт получается вместе с кронштейном от Yamaha R6. Его немножечко обрезали и вот сюда вот так вот
доварили. Вот такая вот сейчас получилась красота. По-моему, вообще зачетно прямо. Ну все, поехал я тестить.